Всем привет! Мы продолжаем делать небольшие видеоролики с форума IDC. И сейчас у нас в гостях стартап YEP и Роман Сидоренко. Привет! Расскажи немножко про проект. YEP – это сервис, который позволяет людям находить компанию очень быстро для любого занятия, которым они хотели бы заняться. Например, выпить кофе, пообедать, или побегать, поиграть в теннис, или пойти в кино или в театр. Приложение уже можно скачать в сторону? Нет, мы заканчиваем разработку. В конце октября планируем отправить в Apple на утверждение. И в конце октября также YEP должен быть доступен в App Store. Скажи, это твой первый мобильный проект или до этого были тоже какие-то уже приложения мобильные, которым ты занимался? Мы работаем сейчас над решением проблемы, как люди могут находить компанию здесь и сейчас в любом контексте. И решая эту проблему, мы поняли, что нужно разделить романтический контекст, когда люди хотят найти себе романтического партнера, и все прочие контексты, когда люди не заинтересованы в романтике, но они хотели бы найти компанию для разных занятий. И мы решили сделать два продукта. Один YEP, а другой Pure, который касается моментальных свиданий. То есть его уже можно скачивать, да, это приложение? Или оно тоже? Скачать, он на утверждении в Apple, но это может случиться в любой день, буквально даже завтра. Планируете портировать на другие платформы или будет только для iOS? Пока мы планируем запуститься и проверить наши ключевые гипотезы на iOS, а потом сразу выпустить Android. Все для этого в целом готово и... Надеемся на то, что все будет хорошо, и где-то месяц-полтора у нас уйдет на выпуск Android-версии. Рома, здесь на IDC вы ищете инвесторов или какие цели присутствия? В принципе, конечно же, мы хотели бы установить отношения с инвесторами. Несмотря на то, что мы буквально недавно закрыли инвестор-раунд от нескольких русских ангелов, но... Специфика работы с инвесторами такова, что чем дольше ты их знаешь, рассказываешь о своих успехах и о том, что у тебя происходит, тем легче потом договориться о следующем раунде, когда он будет необходим, допустим, на обеспечение роста. Поэтому наша задача устанавливать контакты, развивать отношения и, конечно же, следующий раунд, который мы планируем поднять через несколько месяцев уже для роста и масштабирования, также найти интересных партнеров для него. Ясно, Ром. Что ж, удачи в нахождении партнеров и инвесторов. Спасибо. Специально для MD Day.